Всем привет! Вы на канале Concept Play, у микрофона Александр. Вот и закончилось испытание сообщества, наградой за которое стала штурмовая винтовка Граф, он же Галиль, штурмовая винтовка производства Израиль, которая пришла на замену FNV. Кстати, Галиль был сделан на основе финской винтовки РК-62, который в свою очередь был сделан на основе автомата Калашников. В игре же Граф позиционируется как тяжелая штурмовая винтовка со скорострельностью 550 выстрелов в минуту и максимальным уроном 40 единиц и 32 минимальным. Вот, кстати, расстояние, с которого начинается падение урона. Установка глушителя немного срежет это расстояние, но благо имеется удлиненный ствол, который лечит данный недостаток, а в случае игры без глушителя увеличит это расстояние. Исходя из вышесказанного, вы будете убивать с 4 попаданий, что в принципе неплохо. А теперь о грустном. Урон в голову составляет 44 единицы, что также потребует от вас 4 попадания. А как вы думаете, куда проще попасть? В голову или корпус? В общем, прямые руки данная винтовка не поощряет. Ну окей, дайте тогда модуль крупный калибр. А хрена лысого не хочешь? Подумали в Treyarch и дали 2 рукоятки на точность. Давайте посмотрим, как ведет себя оружие с модулями и без. Исходя из тестов и личного опыта, я бы посоветовал создать 2 класса. Под большие карты на точность, где в обязательном порядке ставим удлиненный ствол и как минимум одну рукоятку. Еще хочется отметить такой модуль, как ЦМО патроны. Как правило, я обхожу его стороной, но на этой винтовке мне он очень понравился. Видимо, сказывается хороший урон, темп стрельбы и вместительный магазин на 35 патронов. Кстати, его можно увеличить до 55. Но на мой взгляд, такой модуль больше подходит для агрессивной сборки, когда нет времени на перезарядку. Кстати о ней. Полная перезарядка составила 3 секунды и 2,5 тактическая. Также для агрессивной сборки хорошо зайдет рукоять на быстрое прицеливание и ЛЦУ. Впрочем, даже без ЛЦУ винтовка хорошо стреляет от бедра, но при условии использования перка Кураж. Ну и для полноты картины посмотрим все доступные аттачменты. В принципе, скудный выбор прицелов — это не беда. Меня больше опечалило отсутствие таких модулей, как скорострельность и крупный калибр. В целом с винтовкой приятно играть, но не более того. То есть это не тот случай, когда игра не клеится и ты такой: ну все, сейчас возьму граф и всем хана. Скорее всего, сейчас ребята наиграются с ней и вернутся к своим огерам, СДМ, вендетам и бандитам на спецмодуле. Не говоря уже о ближней дистанции, где рулят монструозные пипешки. Вот такое впечатление сложилось в винтовке Галиль. Делитесь и вы своим в комментариях, а также не забываем про лайк, подписку и спонсорство. Не знаю как вы, а я уже давно спонсирую данный канал. На этом у меня все, всем хорошего настроения и пока-пока!